Что вас удивило в период конкурсных испытаний? Что порадовало, что заставило улыбнуться? Все соперники были достойные, профессионализм удивил, большое количество идей, которые могут лечь в новые управленческие проекты в любом образовательном учреждении. А если это были идеи близкие, то было интересно увидеть разные способы решения этих проблем. Какой самый яркий момент регионального конкурса «Лучший заместитель директора школы Красноярского края» вам запомнился? Ну, это, конечно, объявление любого этапа результатов конкурса. Какой ваш девиз по жизни? Это оптимизм и взаимное доверие. Бывают ли моменты, когда у вас опускаются руки, теряете веру в себя, покидает вдохновение? Какой совет вы могли бы дать своему коллеге в такие моменты? Ну, такие моменты бывают, как у любого, наверное, человека. А совет – это умение сдерживать свои эмоции, идти дальше к достижению цели и абстрагироваться от личных симпатий, антипатий. Если бы вам пришлось разрабатывать профессиональный стандарт управленца, то какие качества вы бы представили в данном документе? Ну, однозначно, это умение работать в команде. Второе – это умение принимать решения и нести ответственность за принятое решение.